печка вот такая. Когда электричество отключают, можно неплохо здесь подогревать чаи, готовить. В интернете полно видео, там печи из 21 кирпича. Но у нас получилось не из 21, а еще ряд разных. Где-то из 25, что ли. Мы увеличили вот эту топку. Там уж больно узкую предлагали они. Здесь пошире. Огонь здорово идет. Как они называют, ракета, да? Ракета. Актуально, когда, допустим, на дачах отключают электричество, если газа нет. Ну, у кого газ, там плита можно. А это так. Совсем запасной вариант такой. Совсем запасной вариант. Да и приятно, в общем, чай такой скипятить с дымком. Дровишек немного, кстати, где-то. Горят здорово. Тут все идут, все тепло идет хорошо, прям вот направлено вверх.